Приветствую тебя, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков и выходит очередная рубрика про бездонатный аккаунт, уже второй, который я развиваю с нуля, ну по факту третий, первый это донат на Веслоухе, потом был аккаунт под названием Тунец, а теперь у нас Яйцо. Вот. Не спрашивайте, под каким угаром я придумывал имена для аккаунтов, но тем не менее, есть даже отдельный плейлист, как и видосы про Тунца. Ну, они, правда, уже не актуальны, так и про видосы про яйцо. И, возможно, если вы недавно начали играть, пересмотрите видосики, они вам помогут в развитии игры. Но сегодня мы здесь собрались не просто так, потому что сейчас невероятной щедрости акция проходит на нашем русском сервере. Мы попытаемся с нее собрать какие-то плюхи. Буду записывать это видео в таком, знаете, в ламповом режиме, видите, даже вот сижу тут парю вместе с вами. Плюс, ну просто вы-то это видео, наверное, днем посмотрите, я не знаю, когда оно выйдет. А я записываю его глубокой ночью, в 11 вечера, по московскому времени. Но не суть, сейчас нас будет ждать роллинг, потом участие в новой акции. И впоследствии открытие огромнейшего количества ништяков, которые, в принципе, и так на яйце накопились. На яйце не хватает множества героев, и в первую очередь хотелось бы, конечно же, получить барда. Вот, и на то, чтобы получить барда, у нас, я вам скажу, ребята, шансы есть. У нас космо не хватает, ну, как бы, хотелось бы, вот из таких, кого можно выбить, хотелось бы, конечно же, космо. В принципе, мне вообще героев не особо и нужно выбивать, потому что, ну, мне пока что для игры героев хватает, я их всех прокачать не могу, сами понимаете. Вот, и роллинг я никаким образом не планировал, но раз такая акция появилась, почему бы не попытать удачу, будет очень классно, если появится какой-то донатный герой на бездонатном аккаунте. Так что пожелайте мне удачи, и, ребят, погнали ролить, посмотрим, кто будет выпадать. Жалко, у нас, конечно, 18 тысяч самоцветов, и вряд ли мы сможем забрать золотой сундук. Смерть и душегуб выпало. Вот, но на серебряный сундук, что у нас получится его забрать, я, конечно же, надеюсь. Бугимен, кстати. Кстати, Бугимен. И, кстати, у нас заканчиваются места на складе. Их надо чистить. Правда, я не знаю как. Ну, по крайней мере, можем начать с продажи вот этой вот. Вот этой вот фигни. Вот этой вот фигни. Я больше не буду их откапливать ни на основном аккаунте, ни на, скажем так, ни на яйце. Пора бы уже разгребать склад. Ну, обычно я бы сейчас себе за самоцветы купил доп. Места на складе, ребят, но как бы сейчас каждый самоцвет на счету, потому что мы участвуем в акции. Так бы мне, конечно, было бы не жалко 300 самов потратить. Добавилось бы 5 мест. Было бы все хорошо, было бы все замечательно. Так, ну что, у нас есть 14 мест свободных. У нас там хорошая такая линия была из героев. Трифит. Афина у нас есть. Вот, я боюсь, что вот эта вот линия удачи, она вот из-за того, что места на складе закончились, она прекратится. Князь тыква, продолжаем, Миша. Ну, может мы уже каких-то недостающих героев выбили, но вы же понимаете, что Мишу на яйце я качать, конечно же, не буду. Друид, ну что-то выпадет, Кэнди, ворожей, наемный убийца, ну давай, давай! Мастера рун на яйцо, чтобы утер нос веслоухом. Смотри, вообще перестали герои падать. Ты вот на это посмотри. Просто Купидон. Места закончились. Подожди-ка. Все, так. Возьмем сейчас кого-то, прокачаем. Давай сюда. Вот так вот это все сольем. Хотя там как бы 900 самоцветов осталось. Надежд у нас нету. Но я думаю, может, хоть космо выбьем, было бы прикольно. Так, ну ладно. Так. Мест на складе становится все больше и больше. Полетели. Давай, 976. Окей, оп, оп, оп. И оп. И ничего, ребят. Просто мимо. События, добыча пирата, перейти мы это... А, понятно, мы это забрали. События,
Парящий остров, да, бесплатная попытка. Да, детка, и нам выпадает сундук. А дальше мы его, конечно же, забираем. И что еще? А, войди в игру. Вот это надо мне еще на основном аккаунте проделать. Забрать книжечки. Книжечки нам нужны, друзья. Так, и уже пошли непосредственно в эту новую акцию в поисках сокровищ. Посмотрим, на что нам хватит. Сколько там у нас? На что нам... Это акция куда круче, чем коллекционер, сами понимаете. Посмотрим, насколько нам хватит этих молоточков. Ну, блин, если, конечно, серебряный сундук не достанем, это будет супер обидно. А, у нас есть бронзовый, я не обратил внимания. Но бронзовый такое, серебряный, пожалуйста. Ладно, плевать на золотой, но серебряный нужен. Если мы не выбьем серебряный ключ... О, да, мы его выбили. Вот, если мы его не выбили, то все прошло бы зря. Так, там не переборщил? Нет, не переборщил. Забираем плюшечки. В поисках сокровищ, друзья, окей. Давай, у нас еще 34. 34 молоточка. Если, конечно, выбьем сейчас золотой, то это будет прям... прям супер удача, но вряд ли. Ну, чтобы выбить золотой, я думаю, надо как минимум 30 тысяч самов, а мы 18 тысяч. Я как бы, сами понимаете. Ну, конечно, если... Ну, о, да, мы выбили золотой, ребята. Ну, все, ребята. Все, удача у нас в кармане. Ну, хотя это рано еще говорить об этом, но, тем не менее, это круто, конечно. Это круто. Я не думал, что за 18 тысяч самоцветов я... выбью еще и золотой ключ. Я думал, что... Ну, я даже боялся, что серебряный не получится выбить. Вот что, ребят. Смотрите, почти переполнили. Так, забираем халяву. Идем сюда. В поисках... Это невероятно круто. Это невероятно. Ну что, открываем, давайте, простой ключ. Так, первый сундук забрали. Тут даже боюсь, надо... Надо все это ковырять, заходить туда-сюда. Так, в поисках сокровищ идем дальше. Серебряный сундук забрали. И давай еще этот забираем сразу, золотой. Ну, прям замечательно. Прям, ребят, по красоте. События, хрустальный сундук, это все не то. Да, ой, бонусики пришли. Опа-па! Па-пара-па-па-па! Так, слушай, сколько у нас там всего пыли получается в Парящем острове? Перейти всего... О, 227 накопили. Интересненько девки пляшут. Но будем продолжать копить, ребят. Будем не останавливаться. Ну что, переходим к самой интересной, наверное, части этого видео. Как бы я предполагал, что мы за самоцветы ничего не выбьем. Но давай. Давай посмотрим, что у нас теперь на складе творится. Так, места свободные есть. Погнали, давай пока карточки не будем выбивать. Ладно, давай по порядку пойдем. Так, открываем эти три бесполезные карты. Эту бесполезную карту у нас с них все есть. Так, трианта выбили. Отсюда что может нам полезное выпасть? Кстати, стрелок. У нас стрелка нету. Может быть, стрелка выбьем? Нет, ведьма. Ведьма у нас была. Ведьма у нас была, на стрелка нам не повезло. Ну ничего, ничего, ребят, может нам повезет на что-то другое. Вот, окей. Давай, сундук замка. Смотрите, тут нам нормально так карточка упала. Так, отсюда карточки не падают. Ну, падают хорошие, нужные ресурсики. Отсюда тоже карточки не падают. Ну, отсюда падают камушки для прорыва. Замечательно. Так, ну что? Давай. Здесь нам... Слушай, а здесь у нас, я не знаю, может, у нас только седны не хватает. Давай-ка все открываем. Лол, и седна нам не падает. Как жить вообще, а? Что это вообще такое, ребята? Жесть. Так, давай вот эти сундуки откроем.
Ну да, отсюда карточек не падают, но падают нужные ресурсы. Вон, здание потом прокачаем на каком-нибудь стриме. Так, воодушевление упало, это хорошо. Это прям зачетно. Это же все бездонатный аккаунт, друзья. Так, тут. Скины зданий, понятно. Так, свален 5 осколков. Почтение, почтение, всех почтили. Так, 2000 камней прорыва. Это что? Это у нас скины. Слушай, ну это неплохо, да. У кого-то, у каких-то героев появятся скины, если их не было. А даже, может, у кого были, еще возьмем и прокачаем, друзья. Почему бы и нет? Это же все на халяву. Замечательно. Праздничный пакет, погнали. И как бы такое себе. Так, идем сюда. Окей, это забираем тоже. Так, что у нас тут? Ящик Валентины. Ну, могло бы этих карточек и побольше упасть. А, так, давайте все самое неинтересное откроем. И потом уже будем смотреть, что же нам с этих великих карт упадет. Так, давай, питомцы. Надо будет как-нибудь в питомник зайти, посмотреть вообще, что там происходит. Там уже, наверное, я думаю, прилично так накопилось питомцев. Так, замечательно, друзья. Закрыть. Давай теперь вот этих питомцев посмотрим. Па-па-па-па. Ну вот сделайте ставки. Я надеюсь, мне повезет. Я надеюсь, мне повезет. Так, закрываем. Ну что? Ну что, давай начинаем с самой простой карты. Отсюда мы ждем Космо. Феникс у нас уже есть. Землеройку можно. Ну, Космо, землеройка. Давай попробуем. Ну! Трифит! Трифит! Вот серьезно! О чем вы думали, когда добавляли этого героя туда? Он самый бесполезный и ненужный герой. Так, ну отсюда ждем мастера рун. Оккультист Фобос у нас есть. Свалена вроде нету. Ах. Я уже ни на что не надеюсь, когда тебе падает Трифит. Давай! Фобос падает, который и так уже есть. Ну что, последняя заветная карточка. Главное, чтобы не дуэлянт. Главное, чтобы не дуэлянт. Понимаете? Ну я боюсь, что упадет дуэлянт. Давай! Да, блядь, сука! Говно! Ненавижу вас! Ненавижу! Только надежд убили! Эти самоцветы я мог потратить! Я эти самоцветы мог потратить на то, чтобы созвездие... Я бы трем героям основным созвездия переролил бы! Нахер мне ваш упертый, сраный, сука, дуэлянт! Да засуньте себе его в жопу и прокрутите три раза, уроды!